Ребятки, всем привет, всем привет. Вы на канале Дэн Герасимос. Вы меня просили, вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Многие играют в ферму Farming Simulator 19, но немногие знают, как устанавливать моды и где их взять. Этот гайд именно про то, что я вам покажу, как устанавливаются моды и, собственно, откуда их брать. Вот, друзья, поехали, не будем томить. Заходим в мой компьютер. Я думаю, он у каждого есть. Это вот такой вот компьютер нарисованный. Кликаем по нему два раза. Здесь в левой вкладочке, самой левой, где вот, видите, давайте побольше вам сделаю. Вот так вот, левая вкладочка. Здесь мы находим документы. Тыкаем на нее один раз, левой кнопочкой. Она... Игра у вас может быть здесь написана Farming Simulator 19. Может быть где-то дальше. У меня на моем случае дальше. My Games. Мои игры. Вот. Здесь я их смотрю 15, 17 и 19. Это в моем случае. У вас может быть просто 19. Тыкаем на нее два раза. Или один раз можно. В общем, не важно. Потом напишите мне в комментарии 2 или 1. Здесь папочка. Mods. Видите? Вот она. Mods. Так, кстати, прежде чем устанавливать моды, ребятки, прежде чем устанавливать моды, проверьте, сколько у вас места на том диске, на котором стоит у вас игра. В моем случае это мой компьютер, документы, это диск C. Да, на диске C она у меня стоит. На диске C у меня еще свободных есть целых 44 гига. Нормально. Вполне сойдет. Вот. Потому что всякий мод, он тоже имеет вес. Всякий мод. Вот. У меня их сейчас на данный момент стоит почти на 11 гигабайт. То есть, понимаете, да? Чтобы у вас помимо игры еще сверху было свободных, ну, где-то примерно, смотря сколько вы чего хотите накачать. Вот. Потому что самое большое по весу это карты. Самое большое, что... Давайте сейчас найдем. Вот она, допустим, сосновка. Свойства. Что она у нас весит? Сосновочка. 414 метров. Неплохо. Найдем какой-нибудь PRL-150. Это что-то непонятное. Ну, допустим, можно еще одну карту взять, да? Рассвет. Рассвет. 512 метров. Полгига. Нихера себе. И возьмем какой-нибудь... Вот, крас. 258. Свойства. 61 метр. Понимаете, да? То есть почти в 5 раз меньше. Вот, всякая техника поменьше. Но есть комбайны, которые весят под 200 метров. То есть имейте в виду. Вот, думаю, мы с этим разобрались, да? Где искать папку mods? Я не зря вам ее показал. Где вам ее искать? Потому что нам это пригодится. Сворачиваем окошко. Идем в любой браузер. В моем случае это Chrome. В моем случае это Chrome. В поисковике. Да, не смотрите на то, что у меня стартовая страница Яндекс. Я это специально сделал. Вот, друзья. В любой поисковик пишем моды для... Ну, собственно, она уже сама, да, внизу все написала. Вот так вот. Тут на что спрятать худ? Это интерфейс вот этого вот. Ну, допустим, русские карты, да? Русские. Так и напишем. Карты. Поисковик уже сам знает, что искать. Пожалуйста. 1000 вариантов, ребятки. 1000 вариантов сразу у вас. Не смотрите на то, что у меня так долго грузится, потому что у меня еще видосик выгружается. О, не дается получить доступ к сайту. Ну, конечно, конечно. Ну, mods. Mods нет, почти официальный сайт. Пожалуйста, друзья, Свапа Агро, Колония, Молоково, Яянова долина, Керосиновка, Новотроицкий, Сосновка, Агромаш. Все есть. Идем дальше. Тыкаем на эту карту. Цмык. Вот она. Красивенькая, с мостом. Я что-то не помню такие. А Сосновки. И такой мост. Это с лесопилочкой. Вот от этой лесопилочки, вот в ту сторону, по-моему, да, этот мост.
если мне память не отшибает. В общем, вы это мне тоже напишите в комментарии. Скачать карту. Цмык. Скачать. Цмык. Сейчас она у вас спросит, по идее, куда вы это должны скачать, да? Давай, я же нажал скачать. Вот. Вы после того, как вы нажали окошко скачать, перед вами вылезет вот такое вот окошечко. Куда нам это скачать? Вот здесь вот верхняя строка. Я надеюсь, там курсор мой видно, да, курсор видно. Вот здесь вот путь. То есть, куда будет устанавливаться ваш мод, выбранный мод. И ну, поступаем точно так же, как в первой части ролика я вам показывал. Жмем сюда и документы. Может быть, ваша игра здесь будет, но в моем случае она спрятана чуть-чуть поглубже. Тыкаем еще два раза. Находим нашу любимую фарминг симулятор, папочку mods. Все. Жмем сохранить. Я не буду это жать, потому что у меня сосновка, по-моему, где-то был. Версия Wish 1, а у меня как-то она по-другому версия. Потому что сосновка, сами знаете, было обновление. Раз это вижу, да, вот она сосновка. Видите, у меня есть сосновка, поэтому я ее не буду качать. Вот, друзья, я вам показал, где взять моды и, собственно, куда их установить, эти моды. Вот. Просили, получите, распишитесь без регистрации и смс. Абсолютно бесплатно. Ну как бесплатно? С вас лайк, подписка на каналчик и обязательно колокольчик. Три раза. Блин. На колокольчик нажмите. Все, ребятки, всех обнял. Пока.